Подавись. Да. Жри не подавись, как она говорит. Да. Ты еще, сука, живой? Я пишу, да, живой. Не сдох. Пишет, не сдох еще? Когда же ты сдохнешь? Да никогда я не сдохну, милые. Придет время, и пойду туда. Да. Милые. Не желайте людям некоторым много зла. И так много злодеев. Понимаете? Я без тебя не могу. Видите, я уже начинаю петь. Если я сейчас буду петь, у меня еще температура еще повысится. Значит, у меня все нормально становится. А если еще материться буду, это вообще замечательно. Знаете? Жизнь-то налаживается, падла! Конечно, танцевать я не смогу, орать не смогу. А знаете почему? Напрягать мышцы нельзя. А то, что вы разойдутся. Девочка пришла. Орешку принесла, господи, говорит. На, скушай, сучка сраная. Сучка сраная, говорит, я, конечно, скушаю. Конечно, с корешней. Вот видишь, я даже уже начинаю забывать об этих всяких болезнях. Да? И у меня уже начинает температура уходить. Да. Ушла температура, она ушла. Ой, вот так вот. Да, глупые вопросы никогда мне не надо задавать. Для начала вы должны все мои видео пересмотреть. Для начала все... Видео за 7,5 лет. Вот пересмотрите и узнаете меня, какой я и почему и зачем. Я человек не такой популярный, как некоторые, да, блогеры. И не блогер я вообще. Я маленькая такая сволочь блогерская. Да, блогерская. Я, конечно, только за... Кто-то мне денежку кинет, да, это и точно. Есть такие люди, которые мне помогают, да. Кто-то мне суперчат сотенку 20 рублей кинет. Кто-то мне смайлик платненький кинет. Это все входит в зарплату Ютуба. Кто-то на карточку скидывает, да. На карточку быстренько так вот приходит. Конечно, милый мой. Я этим людям очень благодарен, своим дорогим помощникам, дорогим моим хорошим людям. Да, есть у меня нормальные такие спонсоры мои, да, которые мне помогают. Да, естественно, конечно. Но самое главное... Я не заставляю никого. Самое главное, ребят, посмотрите рекламу. Реклама это там 2 секунды, 5 секунд, да. Посмотрели и будьте довольны. Вот. Либо лайк, либо дизлайк, господи. Ну, сами там понимаете, да. Это от этого зависит зарплата моя. Я не шишка в мэрии. Знаете, не шишка, как грыжа. Знаете, вот. Так что вот, потихонечку живем и хлеб жуем. Сахаром очень вкусно, кстати.